праздник всех коммунальщиков, слесари, механики и дворники, руководители предприятий и ЖЭКов принимают поздравления. В Макеевке представители этих профессий собрались в Театре юного зрителя. В канун Дня работников ЖКХ и бытового обслуживания их наградили грамотами и вручили цветы. Мэр Александр Мальцев отметил, что в числе главных достижений – успешная работа по замене теплотрасс и увеличение графика подачи воды. Перечисляя по пальцам вот эти общие успехи, действительно, в канун вашего праздника хочется искренне поблагодарить за вашу повседневную работу. Это жизнеобеспечение города. От хорошего труда коммунальщиков зависит, наверное, настроение всех жителей города. Мне кажется, мы уже для других профессий мы уже, наверное, не предназначены, потому что мы, я не знаю, мы уже привыкли